Всем привет! Есть несколько минут сейчас для настройки, для тренировки. Я уже в зале. Сейчас уже 6:30 утра. Мне задали вопрос, как я отношусь к курящим спортсменам. Я могу сразу сказать, что никак я не отношусь к этим курящим спортсменам, потому что я не курю уже более там, ну, около 10 лет, так скажем. Вот я просто не считаю эти годы, потому что не считаю нужным там считать, сколько не пью, сколько не курю, сколько там я с женой живу. То есть я не фиксирую эти даты, как некоторые там юбилеи празднуют, там 5 лет, как я бросил курить, 10 лет, как я там женился, как развелся. Вот, я против этого. Вот, человек у меня спрашивает, как себя замотивировать мощно для того, чтобы, вот он говорит, я не пью, но курю, при этом занимаюсь и, в общем-то, не чувствую никаких проблем от того, что я курю. Я могу то же самое сказать абсолютно, то есть если вы хотите во мне увидеть мотивацию, я ее вам не дам, потому что я курил, пил, занимался спортом и, в общем-то, особых проблем не чувствовал. Вот. Но я могу сказать точно, вот поверьте мне на слово, что есть определенный срок у каждого, и если вы не успеете в этот срок четко понять, что это вредно, ну, вредно не для физических каких-то там, да, а вот с точки зрения духовной практики, что это вредно, потому что, я не буду сейчас уходить в дебри там, почему это вредно, ну, вот сейчас остановимся на том, что это просто вредно. И вот я вам скажу, если вы не успеете в определенный срок бросить, ну, преодолеть, побороть свою привычку, то настанет такое время, когда на вас навалится столько дерьма вокруг, вот, которое, ну, это я имею в виду ваши болячки, ваши болезни, от которых неизбежно вы будете страдать. Мы все в определенном возрасте получаем за то, что у нас было в молодости. Это никакое не наказание, это просто, ну, естественный ход событий жизни. Хотя можно, конечно, пофилософствовать на тему, что в этом есть какая-то взаимосвязь. Конечно, она есть. Но сейчас разговор идет о том, что есть срок, когда вы получаете. И если еще к этому вы добавляете те пороки, с которыми не смогли побороться чуть ранее, то, конечно, проблемы будут только усиливаться. Потому что я встречаю некоторых там моих сверстников, которые немножко туповаты. Они говорят, слушай, бросил курить, бухать, и, говорит, начало разваливаться. Меня атаковали все болячки. Так это у любого зрелого человека, взрослого, спросите, оно понятно, это ясно, что с возрастом начинают происходить какие-то заболевания. И тут вопрос уже, ты с ними миришься или ты с ними борешься. Вот. А если к этому добавить еще там, курение, алкоголь, там, такой развязный образ жизни, там, женщины, там, проститутки, то все это вместе, конечно, ну, просто вас задавит. Вы не сможете выбраться из этого говна. Поэтому бросайте курить, бросайте пить, потому что дальше жизнь, поверьте, не будет лучше. Она будет тяжелее. И тот накопленный опыт, который у вас собрался, он или вам поможет это разгребать все, или, если это пороки ваши, то он вас и погубит. Всем пока.